В преддверии весенних каникул сотрудники госавтоинспекции проведут уроки безопасности для школьников Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино. Инспекторы ГИБДД подготовили для ребят викторины и конкурсы на знание правил дорожного движения. Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» пройдет на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД в период с 21 марта по 8 апреля. В частности, сотрудники ДПС проведут акцию «Ребенок-пассажир-пешеход». Она направлена на предупреждение и пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, а также на ликвидацию нарушений правил перевозки детей. Кроме того, совместно с сотрудниками сферы образования госавтоинспекторы проведут беседы, викторины, конкурсы и практические занятия. Дети смогут узнать об изменениях в правилах дорожного движения. Также инспекторы ГИБДД примут участие в родительских собраниях и педагогических советах, где рассмотрят вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день в Люберецком районе отмечается снижение детского дорожно-транспортного травматизма, чему мы несказанно рады. Поэтому как можно больше внимания уделяем обучению подростков и детей навыкам безопасного поведения вблизи проезжей части, на дороге. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.